Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и я тут продолжаю прохождение Skyforge. Что ж, давненько я не снимал, и тут вот дополз до престижа 27571. Чуть-чуть мне осталось, получается, до бога. Ну, думаю, все нормально, все у меня получится, прокатит, сделаю как надо. Вот, в принципе, в целом-то, конечно, это у меня только кинетик, как бы, да, столько имеет. Например, у меня вот некромант, он гораздо больше в уровне. Надо сейчас вот попробовать посмотреть, сколько у него. Может, у него уже хватит, и можно попробовать найти квест для бога. Было бы круто. Вот. Надо попробовать все это безобразие, все эти вкусности. Я практически закрыл уже кинетик. Ну, как практически, я не знаю, сколько процентов осталось. Ну, в целом, там неплохо сделано. Вот, прогресс у меня идет. Еще чуть-чуть так-то осталось, как мне кажется. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, почему нет. Так, за механоидов меня отслюнявили, нет награду. Отслюнявили, но я уже ее потратил. За океанидов ничего нет. Вот, ладненько. Так, кинетик. Ну, что у меня осталось у кинетика? Вот, середка вот. Тупо середка осталась. Это все безобразие я уже закрыл. То есть, как-то вот так. Чуть-чуть пум, осталось у кинетика. У других персонажей, получается, вот Хранитель Света еще осталось мне закрыть его. И кинетика. А, этот лученька я недавно открыл. Я еще ничего не качал, так что понятия не имею, что кого почем. Не особо вникаю. Так, вот, у меня новые эти штучки. Защитный экран, поглощает урон, тоже неплохой вариант. Это что у нас? Кувалда. Кстати, классный навык. Вот этот мне тоже навык нравится, очень хорошо бьет. Так, это не очень... Не знаю даже. Хм. Каменный снаряд. Ну ладно. В принципе, меня и так устраивает. Почему бы и нет? Так, толчок. Потом сильный импульс. Вдарить. Разок-другой. Ну ладно. Тут много интересных всяких штучек. Есть дрючек. Комбинации получается. У нас тут зарядочка идет. Навык. Что еще может такое эдакое? Это вот что у нас? Цепная гравитация. Мне сейчас камнепад. Камнепад, конечно, вкуснее бьет, чем цепная эта. Топа тоже очень хорошо бьет. Поэтому даже не знаю, что лучше выбрать-то. Вот этот у нас. Что это? Произойдет взрыв. Нейтронный взрыв. Нави. Попробовать этот. Не хватает места для активации таланта. Да, надо сбросить навыки. Ой, получается он через 2 секунды. Ну ладно, пока так побегаем, там посмотрим. В общем, как-то так, потихонечку, по чуть-чуть тут осталось нам. Помню, когда я еще только бегал здесь, еще некромантом, было очень тяжко, скажу честно. Он у меня был вообще маленький, полудохлый, 30 тысяч хп у него было. Он дох очень часто. Потом, когда я уже более-менее вырос в уровне, стало куда интереснее. Так как крошить монстров и чудовищ всех местных я стал гораздо быстрее. Вот. На удивление, никакой помощи от окружающих игроков я не прибегал. Полностью все сам прошел. Закрыл все тут квесты на данной локации. Я, естественно, из него уже вырос, но в целом, получается, бегаю только тупо ради того, чтобы шмот выбить на кинетика. Так как без хорошего шмота и нормального престижа ползти куда-то в данжики мне теперь не очень комфортно. Учитывая тот факт, что я их уже прошел некромантом и нехило поднял их уровень сложности. Так что как-то неохота ползти, слишком маленький. Вот. Получается такой замкнутый круг. Стоит прокачаться одним персонажем, да, одним классом. И начинаешь испытывать такой вот, как бы, небольшой дискомфорт, чтобы бегать другими. Поэтому я пошел по такому принципу, я лучше сначала даже худо-бедным одним прокачаюсь, потом уже займусь остальными. Так там уже будет гораздо проще их прокачивать, да даже одевать их. Считай, забежал на какую-нибудь локацию, где можно нехило очков собрать, и все, и пронесся просто как ураган. Вот, тут у меня опять куча новых, вон, квестиков висит, надо все это поделать, безобразие. Если, конечно, это все утомляет.
Вы просто не видели, как я мучился здесь с некромантом, как я ненавидел эту локацию. Но когда попал на следующие, которые сейчас мне по уровню идут, там, если честно, еще гораздо все хуже и ужаснее, чем сейчас здесь. Сейчас-то одно удовольствие их бить. Крошаться очень легко и просто быстро умирают. Мне хватает хп, даже если неаккуратно бегать. Я спокойненько выдерживаю весь урон, проходящий по мне. А вот до этого было, конечно, отвратительно ужасно. Сейчас вот гораздо лучше, ребят. В принципе, кто играл здесь, он понимает, о чем я говорю. Особенно на некачанном, не раскачанном классе, это вообще печально очень бегать. Очень печально. Но как только подкачаетесь, все сразу моментально меняется кардинально. Можно смело носиться, бегать, беситься. Все сразу становится здорово и комфортно. Вообще я люблю комфорт. Не люблю игры, которые дискомфорт вызывают. Я вообще не понимаю, какой смысл в такие игры играть. Вот. Skyforge такая вот, несмотря на то, что в принципе принадлежит Mail.ru, Mail Group, но в целом мне нравится этот проект. Я в разные играл от Mail Group, но вот Skyforge мне более-менее как бы пришелся по вкусу. Своей как бы вот этой ненавязчивостью. Нет, здесь нет такой навязчивости. Да, они предлагают, конечно, купить там что-нибудь из шопа и все такое. Но в целом, в принципе, вот можно бегать без навязывания. Вот я бегаю сам в себе, да, без всяких проблем. Вот БНС-ка, например, после обновления, которое я записывал, если честно, она мне уже понадоела, вот, и она стала как навязчивость. Все квесты проходить, данжи, кач-кач-кач-кач, а когда жить, когда получать удовольствие от игры, я вообще не понимаю, если ты все время должен кач-кач-кач. Это же ужасно. Становишься как этот вот, какой-нибудь перекачанный качок, у которого единственная только цель, наверное, в голове осталась, это кач-кач-кач. Просто, честное слово, надоедает. Ну, кому как? Кому-то, конечно, такое нравится, устраивает. Меня нет. Мне не нравится, не устраивает. Я не прибегаю, не пользуюсь услугами каких-то таких проектов, игр, где такой вот геморрой. Вот, нравится мне комфорт, что поделать. Что ж, ладно. Сейчас еще немножечко я здесь побегаю и переключусь на некроманта. Попробуем и посмотреть, дадут ли мне квест на бога. Саму, кстати, вершину бога я почти все открыл, подошел к последней вот этой кисырке, чтобы там получается алмазик, или я не знаю, что это за камушек, такой самоцвет, который надо заюзать для получения, собственно, данной формы божественной. Я все подготовил, кроме самого этого кристальчика. Сейчас покажу, в принципе, что я буду говорить, да, о чем-то таком, о чем не покажу. Вот, собственно, божественная форма, вот у меня чуть-чуть здесь осталось, не закрыто, но к ней самой вот я подошел, чтобы все-таки взять. Да, я сейчас не могу, но в целом-то подготовку я сделал. Это не может не радовать. Вот сейчас вот еще даже подкачал сюда, что очень неплохо в целом. Надеюсь, что все-таки некромант меня не подведет, и у него достаточно будет большое количество очков престижа, чтобы начать этот квест. Спеть он можно пойти позакрывать. У меня их тут кучка висит. Ладно, сейчас тогда до визора ближайшего того добегаем. И, собственно, начнем делать грязь. Надеюсь, мне повезет, и в рамках видео я, собственно, сделаю все, что хотел. Вот. А, ребята, еще что хотел сообщить. В принципе, кто играет, да, не в курсе, но я, получается, столкнулся с этим чисто сам. А, в общем, когда ползаешь на вторжение, дают за рейтинг участия вот в этой операции нехило очков. Собственно, я так вырос в уровне, я был 11 тысяч престижа у меня всего-навсего было. Я долго, нудно рос, мучился. А потом я просто начал вот их вкачивать, ходил на эти рейтинговые операции, мне давали очки. Вот, и я все вкладывал сюда. И сразу моментально подрос до 27 тысяч. Это только именно, считай, кинетиком. Поэтому вообще классная тема, я скажу, очень прикольно. Можно, считай, подкачаться. Серьезно так, потому что искры получается задействовать какие-либо, чтобы прокачать. Это очень долго, нудно. А на эти вторжения ползаешь, что там, рейтинг набил, закрылась операция, хоп, получил плюшечку. Очень круто, прикольно, приятно, комфортно. Так, блин, вот видите, я внизу там не сделал дело. Теперь надо вниз прыгать. Ну вот. Потому что наверх я уже никак не заберусь. Придется как-то поверху пойти. Эй! Я не хотел тебя активировать. Ты что делаешь? Че хулиганишь? Так, вот угроза у ворот. Я же говорю, вот пропустил. Придется теперь пидорить вниз. Вот как так?
Дриада-разведчица. Что ж ты, дриада-разведчица, не могла как-нибудь, не знаю, подохнуть тихо, мирно, сама по себе, чтобы никто тебя не видел, не слышал. Вот так вот всегда. Сейчас мы ей что-нибудь на башку опустим интересное. Вот. Сказал, сделал. Что ж. Ладно, туда лучше, наверное, прыгнуть. Или смогу оббежать. Я не знаю. Наверное, вряд ли здесь же все-таки локация закрыта. Вот, как-то так. Подняка. Так, ну что ж, посмотрим, что по заданию. О, провал, пожалуйста. Провалила себя кабука. Хромовик, мистик. Куда-нибудь требуется? Чисто один. Агент, инженер, целитель. Никуда ты не требуешься. Вот так вот. Я даже и пристроить никуда не могу. Хромовник. Давай ее отправим. Ой, что поделаешь. Так. Что ж, прыгаем некроманта. Смотрим, сколько у него очков престижа. Ну, давай, давай. Эх, чуть-чуть не хватает. Однако. Ну ладно, пойдем поделаем квестики. Что тут за жертвы ритуала такие страшные. Страшные, замученные. Надо разобраться. Сначала, когда я играл некромантом, в принципе, мне очень понравилось. Мне и сейчас им нравится играть. Ну, потихонечку и кинетиком так-то вхожу во вкус. Тоже ничего. Так. Что здесь надо сделать? Добраться до блока управления тюрьмой. А, ну хорошо, это типа тюряга, да? Весело, однако. Что еще могу сказать? Зэки? Арестант Громила, о да. Я представляю, как его представляли в суде. А это Арестант Громила. Позвольте пройти в камеру для отбывания своего наказания. По-любому так и было все. Ну вот. Сейчас мы его добьем несчастного многострадального арестанта. Отличненько. Чуть-чуть, ребят, не хватает, получается, мне на бога. Ну ладно. Доцеленок. Можно, в принципе, быренько пошастать, сейчас на те же самые вторжения подкачаться, и все будет хорошо. Тю-тю-тю-тю. Потому что по квестам-то я тут ничего особо не получу. По этим сюжеткам. Единственное, я их прохожу только ради того, чтобы, например, может, они очень важны для того, чтобы того же самого, ну, бога получить квест. Поэтому на всякий случай я их тоже прохожу. Хотя не особо это горю желанием, если честно. Награда за них всегда все равно ушли панские. Никакого толку нету, я имею в виду, в плане того, что ни оружия, ничего такого не дают. Разве что бывает, иногда разблокируются какие-то, ну там, ячеечки под что-нибудь, и не более того. Вот. В целом, ну там символы, вот я помню, несколько символов медаль тогда по квесту нужно разблокировали. Сейчас, ребят, сюда подтянем. Вот там у них лучник, я смотрю, есть. Все готово. Все померли очень быстро. Так, Люциус у нас там тусит. Что ж, Люциус, давай-ка познакомим тебя с таким интересным чувачком моим. Берсектом. Вау! Это было дерзко. Однако, скажу я тебе. Весь эффект вовлил засранец, да? Он у себя. Вон, да он этот. Богатырь, мать его. Сейчас я немножечко подкорректирую его полосочку здоровья. Что ж, давай пообщаемся. Твоя пика против моей косы. Сейчас мы немножечко тебя укоротим. Малясечку. Так, вот, вторая попытка. Хорошо, конечно же. Какие сомнения, чувак. Смотри, я призываю его. И активирую агрессию. Все, сейчас пообщаемся, сейчас будет весело. Получка жизни быренько поползет вниз. О, шикарненько. Я же говорю, быренько поползет. Все, чувак, тебя уже нет, ты уже история. Окей, погнали дальше. Бум-бурум-бум-бум-бум-бум. Сейчас я всех тут завалю. Кто загрелся? Кто на меня опять батон хочет крошить? Как вы задолбали эти лучники с этими шоками и дротиками. Сейчас все будет хорошо, не переживайте. Надо ее призвать.
чуть-чуть не успел, ну ладно. О, еще узбагуить. Да ладно. Храмовники пришли, ну надо ж. И 20 минут не прошло. Помощники недоделанные. Нифига тут трупаков сколько лежит. Получайте, несчастные. Давайте призовем ее немножечко. Повеселимся с Мандиной. Отлично. Ты у нас танк? Тогда умирай. Так, по карте сориентировались. Нам чуть-чуть осталось пробежать. Сейчас подцепим веселье зэкам. О, другое дело. Пошла жара. Ништяк. Что тут у нас? Охрана сцисар. Что ж ты, охрана сцисар, позволяешь такую вульгарность заключенным, а? Ой, тут свободный, как у себя на даче. Надо тебя срочно демонтировать и сдать на цветмет. Толку от тебя все равно никакого уже не будет. Бяки-буки. Братюни позвал на помощь. Ну хорошо. Тогда я разберу тебя с крайней жестокостью, так и быть. Я же сказал, что разберу с крайней жестокостью. Так, мне что-то там выпало. Есть что-нибудь интересненькое? Есть. Что-то интересненькое да есть. Да, кстати, можно поменять куб. В принципе, в целом. Можно и не менять. Эту штучку можно активировать. Почему бы и нет? Да? Такс. Что мы имеем? И куда мы идем? Так, 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 так. Внимательно надо все посмотреть. Посмотреть, осмотреть. А вот что интересное увижу. Так, это тем парням. Переживай, с тобой еще разберусь. Так, надо агро убить быстрее. Все готово. Вот и все. Это было наверняка больно очень. Больно. Для этих парней. Сейчас мы их зацепим, привяжем друг к другу. Так. Хоре буянит несчастный. Я вам сейчас побуяню. Так что всю буянку отобью. Позовем ее на помощь. Сейчас она скрасит их скучные мгновения жизни. Вот. Я не сомневался, что сейчас все получится. Пиц. Вот и все. Так. Сюда не могу. Значит, сюда пропидорим. Здесь лестница. Что у нас на лестнице? Нас поджидает такое ЭДК. Хулиганы есть? Есть. Цепляем. Поехали. Ну-ка. Блин, уронили успели, гады. Что ж, придется обнулить их счетчик жизни за такие вещи. Ах вы бяки-буки. Вот и все. Отмучились. Так, здесь два этих чувачка агрессивных. Стоямбо. Несчастные. Сейчас будем все умирать дружно. Все дружно умираем. Сейчас будет весело. Ну вот, другое дело. Так. Те вроде типа не агрессивные, ну хорошо. Тогда я буду агрессивен. Так, на него замедление, наверное, вряд ли подействует, так понимаю. Да, не подействует. А нет, что-то действует, смотрю. Ну-ка. Нет, не действует. Херня. Котенький. Сейчас с него эффект снимется.
Я тогда начну лупцевать дальше. Вот и все. Сейчас мы вдвоем его. На тебе. Как втопим по тебе немножечко дымага. Вон как полосочки жизни начали таять. Красиво. Красиво ползут вниз. Черт, у него этот гребаный щит. Подожду, в принципе, чё. Мне не трудно. Ой, не ту кнопочку нажал, малясечку. Вот. Какой дядька жирный, а? Так медленно полоски жизни ползут, кошмар. Мантиду призовем. Блин, он щит активировал, скотина. Считаю, что бессмысленно пока что его долбить. Пока он в щите. Ну ладно, рано или поздно из него выйдет, да? Вот, например, как сейчас. Теперь моя очередь дымак поносить. Ну где ж твой щит? Что ж ты за него не прячешься, а? А? Ну ладно. Контрольный надо нанести тебе, чувачок. Поехали. Все, пакуй вещи, иди домой. Двоечку тебе поставим за все про все. Эх, коса херня. К сожалению. Ну да ладно. Как-нибудь проживу без этого. Что тут, академики? Ох, не на это я под. Да вы вечно не на то подписываетесь. Здорово, чуваки. Когда начался бунт? Но мы верили. Все, закончил, всех спас. Спросила с тобой поговорить. Отлично. Сменить награду можно? Даже не знаю, что взять-то лучше. Однако. Ну, давай там, не знаю, зелененький возьмем. Почему нет? Возьмем зелененький. Чтобы уж впустую сюда не ходить. Так, отлично. Ну, отличненько. Судьба учеников. Господи, сколько всего, да, на карте? Ой, не очень-то я хочу туда идти, но что мне туда пишут? Защита зала, призы его, уничтожьте врагов. Но это все здесь. Мастер культа вернуться. В парке столицы. Нет, пожалуй, пока что посмотрю по вторжениям. Че кого почем есть интересненького. Вот, приоритетные есть операции. Пожалуйста. Сюда вот можно сходить. Почему нет? Почему вниз ползать? Только интересно, награду сразу дадут или опять ждать? Придется. Когда как? А ты чё? Эти анализатор так. Ну вот, установил называется. Ни хрена не собрал, всех убил. Что ж, ослабленных механоидов. Блин, могу и допку и не выполнить. Не люблю такие допки. Не очень, да, они прикольные. Вот опять анализатор толк. Блин, какого не принес, я его впустую просрал. Капец. Печаль, беда, обида. Ну ладно, как-нибудь справлюсь. С этим горем. В этом районе сбили небольшую эскадру их кораблей. Да и не говори, кошмар какой. До сих пор лежит здесь. Аура электричества, надо же. Будь она неладна. Так. Анализатор. Давайте умираем все дружно здесь. Под анализатором. Классно. Чего? Я сколько раз должен, получается, его запустить? Я же не успею. Мне же не хватит.
всех так завалить. Ну ладно, вот на мелких, да, так можно. На крупных уже такая не прокатит фишечка. Отняка. Да, уже задачка. Еще ослабленных, блин. Ни хрена не дохнет. Может тут, кстати, вот этими генераторами надо их гасить? Да и не говори, всех надо уничтожить. Как не послушаешь, чувак, все, все это у тебя лежат уничтожению. Добрый он, да, однако? Добрячок. Такой эдакий. О, нам надо этот трофей поставить против... Против механоидов. Давай, вот, готово. Отличненько. Так, канализатор и поехали. Вот отлично, худо-бедно ползет, только вот второй пока что не ползет. Процесс. Однако. Что поделать? Похоже, он охранял этот отряд механоидов. Похоже, ни хрена я с этого здания не поимею. В плане наград. Да. Действительно, что интересно. Это просто кусок железа. Что-нибудь да интересненькое. Опа. Эй, хрэпа мне так долбить. Не будь такой бякой. Хулиганит, а? Однако. Редскидерский. Бомбочки блуждающие. Как я их обожаю. Однако. Тыч. Нет? Что ж ты так? Меня решил прокинуть. А? Хулиганидзе. Маленький хулиганидзе. На тебе. Так, мантид. Ай-яй-яй. Хулиган. Все, ща мы тебя гасанем быренько. Вот и все. Кося. Ох уж это кося. Так. Анализатор. Ну вот, нихера он не заанализировал. Китайский анализатор. Однако. Чего сейчас-то он сработает? Нет, анализатор. Давай вирусняк запустим. Мне кажется, вот так их надо убить. Да. Так и знал. Ну. Что около этих хреней? Там еще один тусит. Иди сюда. Несчастный. Многострадалец. Не успели, засранец. Ладно, ребят, вы не обращайте внимания. Просто крайне возмущен и раздосадован данным поведением. Поэтому так и ругаюсь. Убивать, чтобы собрать эти данные, капец. Совсем оборзели. Окей, задания давайте. А? Да, с этим все понятно. Там, анализируй, не анализируй, толку какого нет, быстрого все равно не убьешь. Если только понижать уровень сложности. И не более, в принципе. Сейчас мы быренько его косой закосим. Вот, я же говорю. Сейчас получится все нормаленько.
Так-ка, разобрать тебя. Теперь обольем помоями. Все, чувак, умирай. Что-то блокирует сигналы сканера. Вот и все. Источник помех находится на площадке. Так, быренько вокруг меня собрались. Кучкой доброй. И сдохли. По-братски. Еще 4 так раза надо убить, и нормально. Точнее, 4. Все будет хорошо. Так. Еще бы украл генератора, собрать их побольше. Так. Ну ё-моё. Как так? Ладно, не буду говорить это слово, но насрать уроки тому, кто догадался на пробел все это поместить. Безобразие. Конечно. Все, блин, на одну кнопку, надо же догадаться. Ладно. Обломки светятся. Похоже, механоиды восстановили часть. Так еще. Механоиды мы восстановили ему часть комплекса. Все, ребята, я походу данные не. А. Да, не смогу я данные собрать, видимо, до конца этот квест. На данные. Надо вообще как-то быренько убивать. Успеваю. Не справляюсь. Еще 3. Трое. Блин, так обидно будет. Может, с теми повезет, типами. Так, надо дождаться отката и, наверное, в смерти попробовать. Режиме жнеца. Забацать грязь. Авось получится. Здесь станет совсем неуютно, если они получат подмогу. Та-та-та. Неуютные вы мои. Ну вот, а анализатор как поставить теперь? Все. Ставили, есть. Давайте еще одного засчитайте, идите колотить. Ну, выход. Как теперь добуду? Причем одновременно. Для убийства. Совсем оборзели, а? Какое уважение к несчастным, страждущим победы игрокам. Готово. Так, вон те типы, моя последняя надежда. Есть. Фух. Из последних сил я все-таки выполнил допку. Офигеть. Кое-как. До победного конца довел. Харет, не приставать, несчастный. Давай я тебя немножечко побью. А то я смотрю, тебе скучно. Так, вот так вот. Получи. Отличненько. О, другое дело. Тыц, к шарикам. В виде черепушечки тебя сейчас поглажу. До гладкого состояния. Здорово. Очень здорово. Несчастный. Так, теперь все-таки обрезову его. Пожалуй. Антиду не буду. Сейчас мы быренько его счетчик жизни обнулим. Вдвоем-то. Я же говорю, быренько. Все, готово. Выбрать награду. Ну, я даже не знаю. Ну, давай синий еще возьму. Нет, че, в принципе-то. В принципе-то не жалко. Ну-ка, а куда я что-то нажал? Куда ты меня ведет?
А, точно, я же к этому, к мастеру теней решил пойти. Ну, ладно. Пока что кончилось. Уй, все кончилось. Бензинка кончился. Так, это у нас сюда, сюда, тут. По-моему, у меня еще вот у этих тут незаконченные есть. Ну. Еще он целое безобразие. Пока их поизучаем, нет, все. Как, вот и приплыли. Ну ладно. Что поделаешь? Бывает. Бывает огорчение. Так, что по механоидам? Награду нам пока не дали. Значит, что? Значит. Есть операция идет. Я на 12 месте. Угу. Через час 40 она кончится. Ну что ж. Надо увеличить количество наград за вторжение, почему бы и нет. Сюда теперь сбегаем. Чтобы бога получить. Получается через час 40. Я как раз получу выплату, смогу прокачаться. Так, допы какие? Уничтожить ослабленных, испытать ПМИ. Ну, в принципе, все как всегда. В целом. ПМИ можно сейчас? Нет, нельзя. Этих ребят не хотят, ребятки, прочувствовать на себе всю прелесть. Ну ладно. Нет, так нет. Нет, а чё? Вот, можно испытать было. Вот все в откате. Сейчас я, наверное, сдохну. Форму жнеца прямо. Нет? Надо же, я еще и выжил. Испытать. Есть. Одно испытание проведено. Неплохо. Хорошо пошло, однако. Очень хорошо, ребят, мне очень нравится. Что пошло, все пока что хорошо. Так, несчастный, вперед сюда. Вирус, вирус сначала, потом вас уничтожать. Вот, а не наоборот. Чтобы впустую ничего не потратить. Замечательно. Так, ну здесь можно просто побить вас. Толку никакого нет. Генератора тут нема поблизости. Испытать, испытать. Давай, есть. Теперь можно убить. Теперь можно завалить, собственно. Почему бы и нет? Вот и все. Готово. Что, если я нажму, что будет? Ничего не будет. Просто нажал. Да уж. Окей. Так, какие у нас тут многострадальцы. Так, на тебе всяко можно будет испытать, я знаю. Ну все, уже не на ком испытывать. После его убийства стало не на ком ничего испытывать. Окей. Так, надо быренько его убить. Чтоб он не скучал. По-быренькому. Опустошить счетчик его жизни. Все. Готово. Так, побежали дальше. Вот здесь сейчас надо будет немножечко попотеть. Для начала надо этих ребят притащить сюда. Вот. Чтобы аура электричества их стукнула. Испытать эту хрень. И убить, собственно. Как-то так. Ой, дай сюда, чувак. Айда. Айда, здесь весело. Ну, айда сюда. Вот ты, бякушку. Мягко говоря. Хоть ПМИ на тебе можно испытать? Хулиган. Можно. Ну все, тогда убиваем. Вот и отлично. Жаль, над этими ребятами нельзя такое было провернуть. Же кучкой. Вон, вот, блин, я, кажется, слишком быстро перестарался и его убил. Как-то. Так, ну, на тем точно можно ПМИ испытать. Пожалуй, испытаем. Потом уже с другими ребятками разберусь. Тем более, что осталось их чуть-чуть. Так, там всего один генератор пока что вижу. Посмотрим, чё кого почём.
Наки. Вот. Давай. Есть. С этим дополнительным заданием покончено. Можно двигаться дальше. Ух ты, какой артефакт, кстати, по-моему, я смогу его примерить. Да, даже колечко, в принципе, какое-то могу померить. Вот это. Эти можно разобрать. Раз они нахер не нужны. Репликатор искр можно заюз, почему бы и нет. Так. Поехали. Теперь этих ребят тоже надо дурика всех положить. Вот, отличненько. Че, все? Все лежат. Здорово. Это все прекрасно и превосходно. Так. Давайте пройду сюда. Так. Вот, теперь жарим рок-н-ролл в этой дыре. Поехали. Да я даже перевыполнил, нифига себе. Чуваки умерли, остались даже мне еще должны. Вот так вот. Соединим их в единое целое. Так убивать проще. Все, готово. Текст. Обычная коса. Без каких-либо привилегий. Печалька. Конечно, такие. Все, теперь ворвем. Так, что касается вас. Вот такое веселье. Супчик такой вам сейчас забацаю. В виде вашей жизни. Которая вас будет медленно-медленно покидать. Ты тоже будешь самоуничтожение активировать. Но. Ну, давай. Все, отмучился. Бедолага. Поехали дальше. Отличненько. Победитель будет только один. Текс. И это буду я. Ага. Кликаем. Готово. Теперь здесь покликаем. Тоже готово. Ай! Это было больно. Однако. Сейчас ты заплатишь. Это тебе не поможет. Конечно. Сомнения могли быть по этому поводу, да? Сейчас мы тебя немножечко убьем, мужик, не переживай. И главное, не волнуйся, дыши ровно. Дыши ровно, умирай быстро. Все как всегда. Вот и все. По-моему, у меня коса круче, нет? 20, вот это. Ну вот, косу новую выпил. Классно. Почему бы и нет? Разве я этого не достоин? Чё, кто-то там на следующем. Вау, 37 тысяч на престиже. Ну хорошо. Как-нибудь-нибудь как. Красненькую, естественно. Нам красненькая нужна. Чтобы еще один класс открыть. Почему бы и нет? Так. О! За механоида дали награду. Ништяк. Что ж, синенькую теперь надо, да? Синенькую, потом зеленая, опять красная. Отлично. Так, с механоидами разобраться. К
Сейчас мы прокачаем. Колесико того гляди, как раз вырасту в уровне. Так, вот 30 тысяч. Отлично, все. Валюта кончилась. Ну, самое главное, я выполнил то, что хотел. Свою цель поставил, добился. Все шикарно, все круто. Мне очень нравится. Закрываем атлас. И что? Что? Да бога, еще чуть-чуть, да вы издеваетесь. Я уже все как бы лыжи навострил, думаю, ну все, сейчас это стану тут всея владыкой всего. А вы мне говорите, а? Притормози, парниша. Вот тут еще одна приоритетная, ну хер с ним, поехали. Блин, печалька, я так надеялся, что как бы все получу что-нибудь такое эдакое. Видимо, еще вот эту надо миссию выполнить. Но вряд ли, конечно, мне сразу насчитают награду. Надежда всегда умирает последней. Так, уничтожить ослабленных, стрягаться турелищ. О, вот они, кстати. Турели. Стоям, бо. Эй, полегче. А чё турель нельзя убить? Гэси. Беспредела, однако. Так, и надо около генератора их всех убить. Так, все подходим, все стоим в круг. Дружненько. Не толкаемся. И умираем. Все, отлично. Все, молодцы. Турелька. Активно стреляет. Однако. Окей, едем дальше. Так, там генератор впереди есть, нету? Чё-то не вижу. Вроде нет. Один готов. Ща, мы тебя тоже. Воу! Полегче. Турель. Бешеная. Бешеный турель. Включить турель. Ну, подохни. Бешеная турелька. Однако. Уж это хулиганская турелька. Так. Вот, ну, плохо. Чё, здесь тоже турелька будет? По-моему, да. Нет. Не вижу особо-то. Ничего такого похожего на турель. Нет, вроде нет, вроде здесь нет. Ну хорошо. Так, ослабленных механоидов. Блин, столько механоидов убил, вроде около этой штучки засчитали всего двоих. Это же несправедливо. Бессмертные успешно отразили атаку на город. Что интересно. Какое счастье, что они отбили атаку. Каждый раз так об этом сообщает, как будто, не знаю, так, трагедия года. Капец просто. Так, шестерых зачли. Тоже не... Ну, худо-бедно, да, вроде как выйдем. Выйдем ровно на ту циферку, которую надо. Так. А тебе Мантиду. Пообщайся с ней, тебе понравится. Вот, я же говорил. Идти, готово. Пегасика убили. По-моему, артефакт покруче, чем у меня. Ну ладно. Сейчас добьем, ребята, потом я это переобуюсь. Так, вот этих типов надо всех собрать там, но перед этим отключить гребаную турель. Все шикарно. Все, парни. Давайте теперь общаться. Я готов. А вы готовы? Сейчас начнем замес. И подкорректируем ваш
рост и возраст. Все, готово. Коротко, ясно и быстро. Поехали дальше. Танк. Секретная разработка. Мини-боська. Часть оборудования еще не установлена. В таких случаях принято говорить, что вам повезло. Мало ли что в таких случаях надо говорить. Главное, что сейчас мы его убьем быренько. Долго с ним я церемониться не буду. Сейчас поковыряем. Печь готова. Держи, несчастный. Так, его счастье, что я не могу в жнеца превратиться. А вот теперь несчастье для него. Будем долбить. Так, как лихо, да? Сносим хпшки. Командиду и заагрессивничаем ее. Вообще она тоже наделает делов. Скорректирует его полосочки хп. Все готово. Так, теперь можно посмотреть, что там нам дали. Нет, он гораздо слабее. Разбираем. Вот и все, собственно. Окей. А, репликаторы искр кончились. На что-то потратились, значит. А что-то убежали. Не успел просто заметить, что именно. Ой, черт, блин, это я увлекся. Ну, ребят, давайте хоть вас добьем около него, хоть кого-то. Что поделать? Увлекся, маляську. Так ведь могу и не добить, еще пятерых надо таким макаром убить. Так, пошли за мной. Турель есть? Есть. Включаем. Где-то тут генератор видел. Запустить вирус. Так, готово. Поехали. Корректировать местное население в жизнях. Так, танк, ты чего выделываешься? Спрятался бы лучше куда-нибудь, не знаю, там закатился на под лавочку, например. Нет, надо стоять, ждать, когда я приду и раскрошу его. Хуй извращуга. Все, готово. Осталось только теперь не попадаться под турели и как бы шикарно. Механоиды добрались до склада готовой продукции. Что ж, меня это радует. Допик, считай, выполняется. Там может быть турелька, надо быть осторожней, да. Надо быть очень бдительным и внимательным в этом вопросе. Это все, готово. Так, собирали добро, пошли дальше. Турелька должна быть где-то, по идее. Даже если сейчас сразу рядом не будет, это не значит, что и нет. Рэй меня таскать-то туда-сюда задолбал. Притягивает к себе. Говнюк. Все, все, сейчас умрешь, не переживай. Бедолага, говорит, все переживает. Вот и все. Переживали за бедолаги. Так, тихо. Туда нет турелек, ничего. Ну и хорошо. Тогда работаем. Так, поехали. Во. Нормаль.
Ладненько. Теперь жнеца и начинаем выносить ХП. Ту-ту-ту-ту. Потихонечку я тебе долблю. Ух ты, как мне везет, а? Череп за черепом. Вот это везуха. Так, 7 полосочек, да, 6 полосочек, шикарненько. Так, теперь тебя призовем для полной комплектации. Так, все сюда. Сейчас разольем жижу. Готово. Оу, взрываться собрался. Бедолага, его уже практически нет, он одной ногой в могиле. И полосочки. Даже не полные две, если уж на то пошло. Все, одна полосочка. Пошел. Вот взрыв, чувачок. Готов. Умер малясечку. Самый малясечку умер. Такое бывает. Иногда. Дверь открыта. Готово. Можно продолжать зачистку. Так, что там за хлам нам надавали? Абсолютно неинтересный хлам. Весь можно разобрать на камушки. Камушки лишними не будут. Так, вон ребятки стоят. И вон турелька, по-моему, внизу, слева. Да, турелька. Включить турель. Вот и все. Только что-то она как-то даже это... не попыталась развернуться. Странно. Что если... Так, червей, допустим. Давненько червей не выпускал. Подышать. Кислорода немножечко в легкие взять. Так. Хотя у них, по-моему, нет легких. Неважно, это я так для связки слов, для понятности слогов. Текс. Чувак, ты задолбал меня к себе притягивать. Вот притягивает, притягивает, а сам в итоге убегает. Нахрена притягиваешь, если ты потом будешь убегать? Или попритягиваешь и бьешь, либо не притягиваешь и не занимаешься херней. Одну из двух. Какую-то пародию тут на что-то мне выдает. Вон турелька слева лежит. Не знаю, будет она активна или нет, но это не важно. В принципе. Нет, там, по-моему, все. Если я отключил их в прошлый раз, видимо, не будет больше активизироваться. Линия сборки орудий противокосмической аппаратуры. А, здесь всяко где-нибудь она может стоять. Странно, здесь обычно всегда эти механоиды появляются. Че это они так меня пропустили? Без своего представления. А, они здесь решили. Ну ладно. Ребят, не переживайте. Все равно я вам уделю внимание. Все сейчас умрете. Можете разом. Так веселей. Чё-то так вот. Подумаешь. Чуточку подохните. Ну вот, форму жнеца заставили принять. Бяки-буки, а? Ох уж эти бяки-буки. Теперь он до тех еще пидорить. Отвлекать. Так, там турель. Это значит, турель сначала отключаем. Так, так, так. А теперь вот так. И поехали наяривать. На балалайке. О, другое дело. Что ж, отлично. Где турель? Вижу. Хорошая новость. Это последний механоид на заводе. Какое счастье, а то я не в курсе, что это последний. Вообще прям не в курсе. Как будто первый раз здесь бегаю. Скажет так тоже. Найти червей. Червячков. Отлично. Все, все мертвы. О, артефакт. Пожирнее маленько будет, чем мой. Конечно, по-моему, он белый, но хрен с ним. И так сойдет. Без особых компонентов.
приятно иметь большую полосочку жизни. Конечно, она хоть и не миллионная, но все равно приятно. Так, что ж, здесь топ-турели я не вижу. Мне это очень радует. Все, поехали. Так, чувачка призываем, лупим. Гоняем полосочки ХП. Так, знаю я, как ты ее отключишь. Сейчас будет долбить только так. Главное не попадаться по ней. Можно, конечно, их уничтожить, но я, если честно, уже привык не просто игнорировать. Ничуть не хуже, чем, например, реагировать. Тут же нормально. Весьма таки. Чаще всего они под определенным углом все равно стреляют. Что, ну, нормально. Побегал так, пособирал хпшечки. Подолбил босса. Потому что если сильно на них внимание свое как бы обострять, можно очень долго висеть. С этим квестиком. Вот и все, у него последняя полосочка. Труп. Готово. Так, а коса, по-моему, у меня покруче. Да, у меня коса 1120. Хорошо. Все. Так, так, так. Какая награда нужна? Синие. Мне нужны синие. Давай синие. Все, отлично. Вот. Неплохо. Неплохо. Так, пока. Надо буковку К. Все, теперь зелененький надо пособирать. Ай. Что ж. Что там? С операцией прилично, да? Ну да ладно, ребят, что ж, в принципе, как-нибудь выкручусь дальше. Как только возьму необходимое количество престижа, ребят, я это обязательно возьму квестик на бога и с этого момента начну запись. А тут так можно бегать и ожидать бесконечно. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, оставлять свои мысли и пожелания в комментариях. Всем пока-пока.